По-по. Лайк поставь и подпишись. Всем привет, ребятки, это приключение красного шарика в мире Майнкрафта. Ну что ж, посмотрим. Привет, привет, ребятки, и это Спуди-Ду-Ди-Ду и его красный шарик. Ребята, только он стал квадратным, но все не просто так. Мы находимся просто в своем чудесном мире, на который направил Майнкрафт. Все, ребята, стало пиксельным. Ой, кто же это такой, ребята, черный квадрат? Это не просто черный квадрат, это Эндермен! Ну-ка, давайте его попробуем победить сейчас. Бамс, держи! Так, включаем кнопочку и давайте заберемся как можно повыше. Есть, яблочко мы взяли и сейчас этого Эндермена победим. Ауч, ты что, ты куда на меня нападаешь? Так, берем яблочко и... Ай! Это было не по плану, но он у нас упал в водичку. Так, а этот... Этот тоже монстр получил. Вот же смешно вышло. Так, мое яблочко мне поможет. Эй! Эй, ты, эндерменишка. Так, жмем кнопку. Ой, ну ведь почти залезли. Так, по-быстренькому все мы тут успеваем. Давайте его сюда перекатим, потому что оно мне понадобится, чтобы мы смогли туда вот так вот заехать. И давим, раздавили этого монстрика. Так. Ух ты. Нажимаем кнопочку. Эту кнопочку. И сюда. Опа. Отлично. Мы справились. Ух ты. Какие-то интересные деревья. О, что? Он подкрался совсем неожиданно, пока мы рассматривали дерево, и напал на нас этот монстр. Ну все, теперь он получил. Так, что это они сделали с этими деревьями? Какие-то входы-выходы. Ай, мы не успели чуточек. Давайте еще раз попробуем. Так, забрались мы вроде бы, да, хорошо. Вроде бы забрались. Теперь зажмем тут кнопку и сюда. Опа. Поехали, поехали, поехали. У-ху. Ой, смотрите, какое черное чудовище. Что ты тут бегаешь? А? Не надо тут бегать. Икс. Опа. Ну, почти. Так, а мы тут можем? Можем запрыгнуть. Хорошо. И на ту сторону яблочко. И мы его, ребятки, взяли. Оно теперь наше. Что? Два эндермена? Ой, зомби еще здесь. Три эндермена, ребята, они сейчас на меня нападут. Надо что-то делать. Единственный план — это включать эту кнопку. И теперь сработала пила. Бум. Бум. Так, один эндермен все-таки успел уклониться от этой пилы. Так, ты как ее перепрыгиваешь, эй, ты? Ну-ка. Да, все-таки попался. И пила его распилила. Да, мы ему не позавидуем. Не хотелось бы... И нам также туда свалиться. Ой. Ух ты. Так, вроде бы все работает. Все включается. И нажимается. Такс. Такс. Опа. И есть.
мы пособирали сегодня все яблочки, которые могли. Ребятки, ну что ж, такой у нас получился уровень. Мы заканчиваем. Увидите продолжение в следующей серии, которая выйдет сразу же после этого. Так что не переживайте, просто ждите полчаса. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока. Ю-ху! Bye.